Всем привет, друзья! Хотите, чтобы ваша жизнь была яркой, насыщенной, счастливой? Я вам дам сейчас один совет, который нахрен взорвет ваш мозг. Обязательно досмотрите это видео до конца, вы просто охренеете. Мне все время задают один вопрос. Тарас, как все время быть счастливым, заряженным, энергичным и никогда не перегорать? Все, мать его, так просто, дайте мне Нобелевскую премию за этот ответ. Чтобы жизнь была малиной, не кушайте дерьмо. Все. Друзья, осознайте это. Чтобы жизнь была малиной, не кушайте дерьмо. Все, я каждый день ем малину. И моя жизнь яркая, насыщенная. Люди все время кушают дерьмо и удивляются, почему у них такая хреновая жизнь. Вот и все, друзья. Как никогда не перегорать? Как никогда не терять энергию? Да я все время заряжаюсь. Если телефон будет все время стоять на зарядке, у него всегда будет полная батарея. Бинго! Вот как все просто. Успех и счастье – это просто очевидные вещи, люди просто их не осознают. Я каждый божий день кушаю малину, и моя жизнь малина. Люди каждый божий день кушают дерьмо, их жизнь дерьмо. Все, это все, друзья. Итак, как я съедаю порцию малины? Первое. Я смотрю полезные мотивационные видео. Только полезные, только мотивационные видео. Остальное дерьмо я не смотрю. Я смотрю интервью миллионеров, миллиардеров. Эти видео меня заряжают. Вот так все просто. Второе. Я каждый день читаю только полезные статьи, мотивационные статьи, статьи по финансам. Я читаю только полезную литературу каждый день. Как я могу терять энергию, ребята? Я каждый день заряжаюсь. Третье. Если я смотрю фильмы, я смотрю только позитивные фильмы. Я всякое дерьмо не смотрю. Я не смотрю негативные новости. Все дерьмо, всякие ток-шоу, всякие там интриги, расследования. Я это все дерьмо не смотрю. Я смотрю видео о путешествиях. Эти видео меня мотивируют, вдохновляют. Четвертое. Я слушаю только позитивную музыку. Негативное дерьмо я вообще не слушаю. Эта музыка меня вдохновляет. Я под нее визуализирую, я под нее мечтаю. У меня хорошее настроение. Вот как все просто. Ну и пятое, давайте, что я делаю? Каждый день я занимаюсь благодарностью. Каждый день я программирую себя на успех. Вот встаю, каждый день делаю аффирмации. Каждый божий день. Скажите, как можно перегореть? Никак. Понимаете? Я каждый божий день заряжаюсь, я в этом варюсь. Я каждый день ем отборную порцию малины. Съедаю ее каждый божий день. А что делают люди? А люди каждый божий день съедают отборную порцию дерьма. И у них плохое настроение, у них депрессия. Им ничего не хочется. А что такое дерьмо? Первое. Это общение с негативными людьми. С людьми, которые тянут вас вниз. Вы с ними жалуетесь на жизнь. Вы с ними обсуждаете проблемы. Второе. Просмотр дерьма. Просмотр дерьма. Вы смотрите интриги, скандалы, расследования, всякие передачи, там, беременна, я не знаю, в 16, изнасиловал там дочку, какие-то негативные новости, убили, ограбили. Всякое дерьмо люди смотрят. Третье. Люди смотрят негативные фильмы, негативные сериалы, какие-то драмы, чтобы поплакать, какие-то фильмы, которые оставляют неприятный осадок, которые там ворошат прошлое. Люди хотят сходить в кинотеатр на какой-то ужастик, чтобы пощекотать нервишки. Отлично, продолжайте кушать дерьмо дальше. Четвертое. Негативная, грустная музыка. Жизнь плохая, я буду слушать негативную музыку. После этой музыки ничего не хочется. Шикарно. И пятое, наверное, это какие-то вредные привычки. Такие люди много курят, много пьют, едят всякую нездоровую еду, там чипсы, кола и сверху майонезом. Заправили это все. Вот и все! Откуда возьмется энергия, скажите, у таких людей? У таких людей вечно депрессуха, таким людям вечно ничего не хочется. Откуда энергия возьмется? Если вы каждый день кушаете отборную порцию дерьма, как человек съедает каждый день отборную порцию дерьма? С утра он там с кем-то пообщался, с такими же, как он, негативными людьми, которые тянут его вниз, пожаловались на жизнь, обсудили проблемы, шикарно. Включил YouTube, включил какое-то шоу, там отчим избил кого-то, там изнасиловали, интриги, скандалы, воу, классно. Потом, что он сделал? Пошел в кино с друзьями, посмотрел какую-то драму, вспомнил про бывшую, потом вошли, посмотрели ужас, пощекотали нервишки, потом едет домой в маршрутке, включил музыку, слушает негативную музыку, ему плохо, приходит домой, включает сериальчик, негативный какой-то там сериальчик, какую-то драму, берет пивко, чипсы,
майонезом сверху, кока-колу выпил, ну это я уже утрирую, понимаете. Как человек за день съедает отборную порцию просто дерьмища. И, конечно же, после этого у него апатия, ему ничего не хочется, ему хочется пойти с друзьями там выпить, пожаловаться на жизнь. Друзья, ваша жизнь всегда будет дерьмом, если вы будете каждый день жрать дерьмо. Чтобы жизнь была малиной, просто не кушайте дерьмо, вот и все. Я все негативное нахрен выбросил со своей жизни. Каждый день я заряжаюсь, я каждый день мотивируюсь. Невозможно перегореть. Пример с телефоном. Если телефон будет всегда на зарядке стоять, у него всегда будет полная батарея. Друзья, еще раз вам напомню, чтобы быть богатым, счастливым, успешным, вам нужно следовать простейшим истинам. Эти истины игнорируют большинство людей. Чтобы быть богатым, чтобы каждый день богатеть, откладывайте каждый день по доллару. По 10 долларов, и вы с каждым днем будете становиться богаче на 10 долларов. Вау, как все просто. Что посеешь, то и пожнешь. Это такой простейший принцип, его никто не понимает. Люди все время сеют финансовую неграмотность и хотят, чтобы у них были деньги. Да это, мать его, невозможно. Невозможно сеять огурцы и потом получать картошку. Невозможно это. А люди этого не понимают. Люди хотят, чтобы жизнь была счастливой, яркой, красочной и при этом все время кушают дерьмо. И удивляются, почему так? Да кушайте малину каждый день и все. Как все просто? Почему этому никто не следует? Осознайте это. Если вы это осознаете, эти простые истины, ваша жизнь кардинально изменится. Все, друзья, на этом все. Мне больше вам нечего сказать. Чтобы ваша жизнь была малиной, счастливой, насыщенной, яркой, каждый день съедайте отборную порцию мотивации, отборную порцию пользы. Вот и все. Каждый день заряжайтесь. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. У меня только польза, только мотивация. Подписывайтесь на мою инсту. Там тоже только польза. Посмотрите, какая у меня инста. Яркая, насыщенная, все на контрасте. Путешествия. Все только самое лучшее. Потому что я так живу. Я так живу. Почему бы вам так не начать жить? Попробуйте каждый день на протяжении года съедать маленький кусочек малины и вообще не кушать дерьмо. Вы охренеете, как изменится ваша жизнь. Можете не благодарить. Это видео, блин, это Грааль, блин. Нобелевскую премию мне дайте, я это осознал. Хочу, чтобы все это осознали. И все, ваша жизнь кардинально изменится. Всех люблю, всех целую. Пока.